Всем привет! С вами Валерий Хаус и ретро-рубрика Retro Games. И сегодня мы будем проходить игру под названием ЧПДЛ 2. Вторая часть также сделана по мультсериалу. Снова нам надоедает злодей Кот Толстопуз и его банда. Также нам на выбор имеется, можно либо одному, либо вдвоем играть. Вот. И, как я и обещал, Гарик, буду проходить за Дейла. Поехали. Напоминаю, что английский я не знаю. Если кому-то надо, переводите сами. Собственно, первый уровень. Здесь в этой части уровня не такие сложные. Более сложные здесь боссы. Система немного изменена, здесь нету выбора уровня. Здесь есть типа что-то похожее на суперудар, когда вот начинает мигать ящик, нажимаю на бросок и срабатывает что-то подобие суперудара. Первый уровень — это какая-то кухня получается. Столовая, что это. Непонятно. Также можно, когда оглушаешь врага, можно его взять вместо ящика бросить. Либо два раза попадаешь в него, и враг погибает. Вот здесь
jedynie, bo musiałeś wziąć. Работали. И после каждого уровня здесь есть бонус. Так, промазал. Можно заработать одну жизнь, две жизни сразу. Так, сейчас нам предстоит выбор. Оглушенными врагами.
использовать как оружие. Thank you.
котик. Сейчас они покормят. Тебе можно было и пропустить его, но я решил показать. Экран движется надо, чтобы экран не опередил нас. Плюс уворачиваться от его огненных плевков. Четвертый уровень у нас замерзшие токи. Здесь нам нужно. Здесь босса нет. За отведенное время нужно успеть дойти до конца. Здесь пол скользкий. Thank you.
Euro Improving, można powiedzieć. Что ты, давай ты уже кидай свои шары. Да ладно. Сколько можно? Thank you.
Заработали целое сердечко.
Которые он оставляет, которые приземляются на землю.
один последний завод. А, предпоследний. Собаки из первой части, в первом уровне мы их встречали. А что это? Последний главарь. Последний уровень.
блин. Да что ты делаешь?
Блин, передержал. Все. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также не забываем оставлять комментарии под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока.